День знаний вошли лунной походкой Майкла Джексона. Для современной школы современное открытие. Порядка 700 учеников сегодня переступили порог 181-й гимназии. Вместе пошли одной группой из детского сада. Нас 20 человек. Мы пошли вместе в один класс. И школа новая, многопрофильная. Очень большие возможности вроде предвещают в этой школе. Поэтому остановили выбор на ней. В числе первоклассников сын Ирины Шилановой Никита уже строит планы на образование. Бассейн, дополнительные занятия, изучение языков, усиленная математика. Всем мечтам суждено сбыться. Школа такие возможности предоставляет. Особенно радует, что заведение только открылось, а значит, места хватит всем друзьям. У меня очень много друзей. И все друзья, у всех друзей имя Саша. Круто ты попал, ты была. Новая школа рассчитана более чем на 1000 учеников. Пока набрали порядка 700 и сразу 6 первых классов. Мы школе доверяем самое главное. Мы доверяем наших детей. И поэтому мы вместе со школой, с семьей должны обеспечить преемственность нашего воспитания. И чтобы наши дети стали нашей надежной опорой и гарантом всех новых достижений. За достижениями дело не станет. Здесь современные учебные кабинеты, просторный спортзал, столовая, в которой можно проводить даже детские дни рождения. К слову о питании, книга жалоб и предложений в онлайн-формате. Меню будет меняться в зависимости от просьб учащихся. Когда дети уже какую-то жалобу отправляют, мы реагируем онлайн. И через 2 недели, когда жалобу президенту нашли, что ли, мэр, через 15 минут мы уже в школе и смотрим. И, конечно, бассейн, то есть 2. Один для детей с ограниченными возможностями. Долгожданное событие – строительство школы, новостройки в самом активно развивающемся микрорайоне нашей столицы. На новоселье подарок школе – сертификат на 100 тысяч рублей. Ну а затем долгожданный первый звонок с плеча премьер-министра. К учебе еще не приступили, но свой вклад в развитие этого образовательного учреждения уже сделали сегодня. На территории многопрофильной 181-й школы появилась аллея первоклассников. И ко дню их выпуска здесь вырастет настоящая березовая роща. Александр Севастьянов, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.